Сегодня 5 июля 2018 года. Это жилой комплекс, где живут работники СУ-4. Вот мы видим, это тут конец. Я живу в 12-м. Идем. Очень скрипучие полы. Слышно по звуку. Это вот душ. Вот душ, тазики, полуразрушенные, полусломанные смесители. Вот все ржавое. Непонятно, что за картина гнилая. Что внизу творится, вообще страшно представить. Идем дальше. Это ванная, более или менее. Стирать можно вещи только в этой стиральной машинке. Порошок за свой счет. Вот. Теперь гость программы — туалет. Ну, хуже туалета на кемпах я не видел. Вот. Самое страшное, что нет туалетной бумаги. Ни в одном. Туалетная бумага получается за свой счет. Вот видите, нету туалетной бумаги. Самая удивительная вещь — это телефон, который, по-видимому, обрезанный. То есть для чего он тут висит, непонятно, но звонить по нем нельзя. Идем дальше. Столовая уже закрыта. Забавно, что тут пишут, куда кому звонить, но здесь нет связи никакой. Ну, здесь вот, в принципе, более или менее, только здесь нет современных тренажеров. Есть зато корт для пинг-понга. Все засрано вон, разводы. Огнетушитель без пломбы. Вот. И гость программы — это стол для бильярда с бильярдными шарами без киев. Как мы видим, здесь ничего нет. Куда делись кии, непонятно. Вот, ну, кто может сказать, зато хоть что-то. Ничего хорошего. Возможно, когда это было новое, с нуля это смотрелось поэффектнее. А так полный ужас. И вот в таких вот условиях работают сотрудники из ГК2. Все старое.
Но зато есть баян. Зато, блин, есть баян. Тут вот упражнения, такое ощущение, что их рисовали от руки. Думаю, вряд ли. Ну, блин, хоть что-то есть, я считаю. Груша там даже есть. Так, идем дальше. Вот тут везде.